горло, вот нос, точки, трахея, грудь. Ты терпимый. Угу. Тут у него еще нос заложен, а не да, такой, я такая, не знаю, я... Так, ну что, ну это спасули все равно. Да, вот здесь, да? А то потому что голова же, плечо. Вот тут. Плечо. Вот. Ну, поставь. Есть, вот, есть такое поражение да, да. Плеча? Плечи нет, не болят? Да нет, да. А вы, знаете, вот эта вот точка камня. Значит, у него там это. Может быть, от этого сотрудники, потому что там химические лекарства тоже могут быть. Но они часто их держат так вот, когда подскочит, тогда и принимают, то есть не постоянно. Но, а вы знаете, химические препараты, они выводятся из организма очень долго. И сложно. И очень сложно, да, совершенно. И много есть причин, откуда могут появиться камни, на самом деле. Понимаете, да? Поэтому вот эти точки, вот это точечки камней, если вы на них сильно реагируете, то вот нужно обратить внимание. Антилипидный чай как раз она, знаете, растворяет до песка вот эти камни и выводит постепенно из организма. Ну, вы нам надо составить, если совершенно. Чуть-чуть, да? А это что? Это области сердца. Вот тут точечки сердца. Печень. Здесь мы на печень уже с вами смотрели, да? Чуть-чуть. Это печень вот эту смотрела. Желудок. Почки, почечки, почечки, чуть-чуть, да? Вот прямо вижу, что там чуть-чуть есть такая реакция. Кишечник, точки кишечника. Есть. Покалывание, да, чуть-чуть есть? Да. И дальше пошли уже мужские половые органы. Ну, опять смотрите, я могу сказать, что это действительно причина в сосудах. Потому что в любом случае, да, если мы эту причину уберем, соответственно, берутся камни, соответственно, давление придет в норму, и сердце будет нормально работать. Поэтому мы с вами начнем именно очищение. На двоих. Сейчас мы вас посмотрим. Ну, у меня вообще лучше не смотреть. Давай, подряд.